вещи. Все сносит у меня на столе. Полезло. Смотреть, что там змеи делают. Сейчас все мне разнесет на столе. Милечка, что там происходит? Сейчас тебя за нос укусят. Дай покушать спокойно змеям. Милагрос. Милька. Милечка. Прям что-то там у Мушу происходит в домике. Что-то важное. Ну чё, лапкой уже к нему залезла? Давай второй, да. Сейчас он тебя хватанет за жопку. Милька. Там тоже змея. Чё, к ней тоже пойдешь в гости? Милагрос. Эксчель уже доела. Ну что, Милечка? Что за это задумалась? Засомневалась? Смотри, Мушу уже доел почти. Видишь? Прячется от тебя под салфетку. Эксчель доела тоже. Сейчас куснет тебя, Мили. Куснет, будешь сама виновата. Милагрос, слови змею, сейчас убежит, пока ты тут наблюдаешь. Созерцательная кошка моя. Ну, ушел, пошел в азарт. Хочет кого-нибудь еще сожрать, а это все свалить пытается из домика. Все, Миль, проследила, все съели мышек. Милагрос. Смотри, у тебя змея убегает. Милька, ты не в ту сторону смотришь. Невнимательная кошка. Сейчас все разбегутся. Таким макаром.